Достижения мегаполиса за годы независимости Казахстана. Дни Алматы восстания стартовали с большой пресс-конференции. На вопросы журналистов ответил заместитель акима города Арман Карыкбаев. Он сообщил, что Алматы в своем экономическом развитии добился очень серьезных успехов. К примеру, число субъектов малого и среднего бизнеса достигло свыше 180 тысяч. С начала этого года создано более 15 тысяч рабочих мест, а на социальную поддержку инвалидов направлено около 2 миллиардов тенге. Кроме того, в городе открыто 5 государственных и 119 частных детских садов на 4500 мест. В рамках программы «Нурлы жол» сданы в эксплуатацию объекты образования. Ведется строительство школ и пристроек. Мы, во-первых, сохранили научный потенциал города, образовательный и культурный потенциал. И город сегодня по праву считается финансовым центром. Ну и, наверное, туристическим центром, потому что каждый второй турист, который прибывает в нашу страну, он посещает город Алматы. Если в начале 90-х Алматы обеспечивал 10-ю часть валового внутреннего продукта, то сегодня мегаполис формирует уже 5-ю часть экономики нашей страны. Работа по повышению уровня жизни горожан определяется комплексной программой развития Алматы до 2020 года. Особое внимание уделяется внедрению новых технологий. Smart City – умный город. Это проект, направленный на облегчение жизни горожан. Сегодня Алматы занимает лидирующие позиции не только в бизнесе, но и по первенству внедрения инноваций. Системные инфраструктурные проекты внедряются в транспорте, в безопасности, ЖКХ. Самое главное, умный проект должен достичь сокращения и оптимизации бизнес-процессов, повысить сервис, уровень безопасности для жителей города, уменьшить стоимость и потребление ресурсов и, главное, обеспечить эффективную обратную связь с жителями города.